форум «Белая ночь» является, пожалуй, самым крупным, который проводится на российском пространстве. Самый крупный не по количеству участников, а по различным направлениям, которые пытается охватить. Хотя, может быть, по количеству участников тоже. За короткое время этот форум стал заметным событием и уже ожидаемым событием. Сегодня, по сути, это площадка обмена опытом не только отечественных ведущих специалистов, но и наших зарубежных коллег. Что, с моей точки зрения, чрезвычайно полезно, ибо в рабочей ситуации происходит обмен технологиями, ознакомление с теми достижениями, которые есть в каждом из разделов. И мне кажется, что для нашей молодежи это очень полезно. Ну, актуальность мероприятия доказана присутствием здесь такого количества человек. Делегатов этого форума, их уже более 1500, а по предварительным данным 1800. Мы обеспечили форум самыми компетентными спикерами. Привлечено в качестве спикеров 560 самых лучших отечественных специалистов и 60 иностранцев, самых известных экспертов. Все, что будет у нас на форуме, будет заархивировано и будет доступно для тех, кто не мог сюда попасть. Отслеживайте информацию с нашего сайта. Мы в течение года очень много проводим мероприятий. Мы почти все мероприятия сейчас транслируем. Мы почти все мероприятия пишем, сохраняем на сайте. И нам будет очень приятно, если эта информация будет востребована еще всем остальным. Многие из здесь присутствующих были в прошлом году, и мы все отмечали полезность этого дела. И сегодня это удивительно масштабное и прекрасно организованное мероприятие. Мне очень хочется пожелать вот, организаторам форума, чтобы он вошел вот такой непременно обязательный саммит ученых не только России, но и международного научного сообщества, и чтобы он вошел в перечень международных онкологических конгрессов как непременное и важное мероприятие в этом мире науки. Позвольте всем пожелать добра, здоровья вашим пациентам, излечения. Спасибо большое. Надо вообще-то заниматься первичной и вторичной профилактикой. И эти вопросы мы особенно ставим на нашем форуме. Мало того, мы их определяем стратегическими. И на этом форуме мы ищем контакты, вот ищем единомышленников в нашей среде, среди отечественных онкологов. Мы ищем единомышленников, которые имеют опыт этой работы для того, чтобы привлечь, вот, воплотить все эти идеи на нашем российском пространстве. Для нас участие в данном форуме важно по двум причинам. Во-первых, наряду с Национальным онкоконгрессом, это, наверное, крупнейшая площадка страны, где можно не только узнать последние новости онкологии, но и представить собственные разработки. Ну и, конечно же, повстречать коллег и ведущих онкологов со всей страны. А вторая, не менее важная причина для нас – это то, что компания «Биокат» является резидентом Санкт-Петербурга. Поэтому мы всегда поддерживали и с большим удовольствием продолжаем поддерживать любые начинания онкологов Северо-Запада и, в частности, Петербурга. Желаю всем отличного и интересного конгресса от лица компании. Компания «Philips» очень рада участвовать в этом замечательном и очень важнейшем для жизни нашего медицинского сообщества и, в первую очередь, онкологического сообщества, важнейшем форуме в замечательной северной столице нашей родины, в городе Санкт-Петербурге. Мы хотим пожелать участникам форума успешной работы, обмена опытом, важнейшего общения как в рамках симпозиумов отдельных секций, обмена опытом. И самое главное, мы пожелаем успеха всему нашему медицинскому сообществу в борьбе с этим очень опасным недугом. И мы уверены, что благодаря совместным усилиям мы сможем победить рак и помочь выздороветь большому числу людей на нашей планете, в России и в других странах. Спасибо большое, что мы здесь собрались эти дни и плодотворной всем работы. Спасибо.